Ну, я как бы пришла уже в руки мамы на воспитание уже в 15 лет, когда бабушка умерла. Вот, переехала как бы со всеми вещами к маме, и мама просто не стала задумываться о моем воспитании, потому что она считает до сих пор, что лучше, чем бабушка, воспитать она просто не могла. Вот ожидаю.